В селе Тополиное Тампонского района за 3 года построили 16 новых домов. Здания возводят по программе переселения из аварийного жилья. О строительстве домов подробнее расскажет Нина Ханарова. Село Тополиное, центр национального эвенского наследия Тампонского улуса, сегодня представляет из себя крупномасштабную строительную площадку, работы на которой не прекращаются ни на минуту. Нужно успеть к 31 июля сдать в эксплуатацию очередные 9 жилых домов и при этом соблюсти все требования нормативов. У меня первая проверка по программе. Объект поднадзорен управлению, так как финансирование федеральное, поэтому сегодня я здесь для того, чтобы проверить соответствие проекту, соответствие требованиям, качество выполняемых работ. Строительство ведет общество с ограниченной ответственностью «Атлант». Уже на протяжении 3 лет не только в селе Тополиное Тампонского улуса, но и в других наслегах. В данное время трудятся 8 бригад, 8 плотницких бригад и 1 бригада сантехников. Вот. Сейчас заканчиваем общестроительную работу, завершаем. Это, и начинаем вот сантехнические работы, работы по электромонтажной работе. 4 единицы техники работает: кран, погрузчик, тракторная техника. Вот. И на перевозку привлечены вот еще сколько? 10 единиц автотехники. На данный момент ведутся отделочные работы по внутренней отделке помещений, на которых трудится 96 человек. На 9 объектах будет сдано 106 квартир. Идет укладка кафеля, установка сантехнических приборов, электрики. Есть все основания надеяться, что к 31 июля новые квартиры получат более 100 семей тополинцев. Нина Ханарова, Андрей Сокор, НВК Саха, Тампонский район.